Всем привет! Ребята, сегодня хочу поэкспериментировать вместе с вами. Буду варить картошку интересным способом. Я посмотрела его на одном кулинарном канале. Что там предлагалось? Наливаем водичку, берем в кастрюльку. Смотрите, высыпаем сюда 2 стакана соли. 1 стакан. Второй стакан, вот, насыпаю все при вас. И туда, ребятушки мои, я опускаю картошку. Хочу попробовать вот отварить именно вот таким вот способом. Как бы картошка варится в соли, но как вроде как она не должна получиться сильно соленая внутри. Сейчас поварим, все вам расскажу, сколько варится, и покажу, какая она на вкус получилась и на цвет. Ребята, посмотрите, как картошка варится в нашей соли. Она так немножко аж как бы поскрипывает. Слышите? Такое как потрескивание идет. Не знаю, слышно вам или нет. Ребята, эксперимент номер 2. Смотрите, я беру пакетик и насыпаю сюда 3 столовые ложки муки. Раз, два, 3. И 2 столовые ложки соли. Смотрите, 1 и 2. Потом я закрываю пакетик и все это перемешиваю. Перемешиваю. И потом сюда мы опускаем нашу картошку. Смотрите, мы опускаем нашу картошечку и вот так вот ее там трепим всю. Я хочу положить 4 картошки. Вот эту картошку мы с вами будем сегодня запекать в духовке. И она должна получиться по вкусу, как на костре. Сейчас вам все покажу, как мы ее разложим, отправим в духовочку. Ребят, смотрите, что у нас получилось. Сейчас мы отправляем нашу картошку в духовку, нагретую до 180 градусов, я думаю, на минут 20. Оп. Вот смотрите, картошка у нас сварилась. Прошло где-то, наверное, полчаса. Смотрите, она вся покрытая солью, мы ее вытаскиваем. Видите? Вот сейчас я ее вытащу. И смотрите, если вы хотите ее кушать сейчас, ее нужно промыть. Снять вот эту вот соль, смыть и почистить, полить маслицем, зеленушечкой и можно кушать. В духовке, которая у меня картошка там варится, я достану попозже. Она еще готовится. Сейчас мы ее помоем и покажем вам ее в разрезе. Ну что, давайте снимем с вами пробу картошки, которая варилась в соли у нас полчаса. Ребят, ну смотрите, там было заявлено, что она не развалится. Она у меня полностью вот разваливается. То есть, как обычно мы варим в воде картошку, примерно так и получилось. Вот сейчас я ее полью маслицем, посыплю зеленушечкой и попробую. Ребят, ну что, давайте пробовать. Вы знаете, что самое интересное, она не соленая, хотя было там полкило соли. Сейчас немного подсолю и будем ее есть. Но ничего, честно говоря, сверхъестественного я здесь не заметила. Ребята, смотрите, теперь я пробую картошку, как заявляли, что она будет такого же вкуса, как на костре. Сейчас мы ее разрежем. Ух ты, глядите. И попробую. Да, действительно, запах такой, как будто она была в костре. Вот, серьезно. Сейчас мы попробуем ее на вкус, я вам скажу. Ну, интересно, интересно, конечно. Есть заморочки свои, но пробуйте. Можете попробовать и такую картошку, и такую. И та вкусная. Ребята, и самый последний, третий способ, с помощью которого можно быстро отварить картошку, это, смотрите, я беру поднос. Ложу в него, это такой подносик для запекания керамический. Ложу картошку, наливаю сюда
на донышко водички немножечко, да? Вот у меня больше половины кружечки. И обматываю все это, закрываю пленочкой. Полностью, полностью, чтобы не было никакого просвета, ни воздуха, ничего. Полностью сейчас вот я вот так вот обмотаю и закрою. И все это я отправлю в микроволновку. Микроволновку поставлю. Я уже пробовала делать. 5 минут мне было маловато. Поставлю где-то я на минут, наверное, 8. Попробую сейчас на минут 8 поставлю. Потом скажу вам, сколько у меня получилось. Смотрите. Вот отправляю в микроволновку. Как вам и говорила. На 8 минут. 8 минут. Все. Процесс пошел. Ну что, ребят, смотрите, прошло 8 минут. Действительно, этого оказалось достаточно. То есть я подобрала для своей микроволновки время. Будьте очень аккуратны, когда будете вынимать ее. Очень-очень все горячее. Можно обжечься. Смотрите, протыкая картошечку, она очень-очень мягкая. Полностью готовая. Вот представьте, 8 минут и картошка готова. Ее можно на салатик, допустим, на оливьешечку. Или вы пришли с работы, не успели. Вам нужно быстро сготовить, хочется покушать, купили селедочки, да, картошки нет. А тут 8 минут микроволновки и готово. Ну, естественно, смотрите под свою мощность, какая у вас мощность микроволновки. Да, картошка вот вкусная, как обычно мы с вами варим. Вот, всем советую попробовать, быстро и очень легко. Ребятушки, забыла вам сказать, вот из всех трех способов, второй способ мне понравился больше всего. Почему? Да потому что вкусно очень. А так все способы хороши. Пробуйте, выбирайте способ, который вам подходит больше. Кушайте картошку, это очень вкусно и полезно. Всем приятного аппетита, пока-пока!